Так, у нас вечер. Всем привет, кстати. Опять новый влог начинаю. Поставила варить картошку мелкую, потому что купила селедку. Ваня, поставь, пожалуйста, сейчас покажу. И также хочу сделать ленивые голубцы в томатном соусе. Так, зашли мы в магазин, купили 2 белого, потом 3 баночки сгущенки вареной. И селедку на развес взяла, потому что детки просили селедку. Поэтому купили, поэтому мелкую картошку и поставили варить. Так что вот так вот. Вот такие вот у меня все были покупочки. Так, Ваня меня решил помочь. Взял стульчик, отдирать будет сейчас обои. Ну, показывать это не буду. Да, молодец, умница, помогай, помогай маме. Сейчас попью кофе и сделаю бутербродики ему. Он просит со сгущенкой хлеб. Поэтому так вот. Муж поставил варить картошку, помыл. Я сейчас поставлю ленивые голубцы, духовку уже включила, она греется. Да, молодец, ну, делай, делай. Ладно, всем хорошего вечера, всем хорошего дня, всего-всего самого хорошего. Всем добрый день. У нас опять все засыпало снегом. У нас снег второй день идет и идет и идет и идет и не останавливается. Но Егор со школы придет, так почистит. Я сейчас поехала в город мне на документы сделать. Ну, на детское пособие. Наконец-то справочка у меня на руках. Теперь можно идти и делать. Фух. Тайсон, привет! Вообще опять все завалило. Это что ж такое-то? На остановках не прочищено, дорога не почищена по нашим нефтяникам здесь. Вообще ужас. Ладно, бежим на автобус. Всем доброе утро. Мы со Светой едем в детскую поликлинику. Вчера забыла, знаете, целый день в МФЦ просидела. И забыла, что мне надо было на прием с этими документами. Сначала дома заполняла, потом в МФЦ была. Короче, даже вчера вообще ничего не снимала, уставшая была. Вечером пришла уже после садика, в 9 часов уже уснула, представляете? Я никогда так рано не засыпала. Закрывай хорошо калитку. У нас опять тут трактор нагреб. И вот так вот постоянно нагребает. Но я потом приеду, потом уже буду вычищать. Сейчас со Светой съезжу на прием, потом, думаю, приеду, мне надо будет Оксану дождаться. А потом поеду днем еще. Надо будет справку о составе семьи взять и завести в администрацию. Потому что я ее просто забыла взять. Ладно, дорогие друзья, идем на автобус. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Все, дорогие друзья, приехала я домой. Все, сделали мы Свете справочку. Света получила ее. Ну, я раньше уехала, чем Света. Света осталась там, потому что мне надо Машу отправлять в школу. Так, я зашла в магазин. Что я купила? Сейчас я вам покажу. Так, первое, что я взяла, это прописи вот такие для Марины. Увидала. У нас хоть и прописей много, но на всякий случай еще взяла. Дальше. Взяла вот такие вот салфетки влажные девочкам. То на рисование, да, машина, а то на труды. Ну, тут они разные. Сейчас еще где-то здесь должны быть салфетки. Короче, 5 пачек взяла. Тут они, получается, 2 таких и 1 такая. Вот 5 пачек салфеток влажных девочкам на уроки. Дальше в магните купила вот такие вот шарики. Тут 20 штук. Пускай будут. Начинаю потихоньку покупать все для праздников. Дальше взяла вот такие вот йогурты с клубникой. Было только 6 бутылочек, поэтому 6 их и взяла. Детки у меня любят такие йогурты, да, Маша? Бери, Маша, себе йогурт, бери. Так, вот, 6 бутылочек йогурта получается такого. Так как их 6 только было, поэтому 7-ю я взяла вот такую вот. Это Егорки и нам с папой, получается, вот 1 на 3 будет. А маленьким всем по такой. Дальше взяла вот такие вот кроссворды, дети у меня любят отгадывать. Это клейворды, вот такие вот цифровые. Ну и сама где-то, может, подгадываю. Потом купила гречку, она была, сейчас я вам скажу даже, почем она была. Гречневая крупа по 56,99 гречневая крупа. Взяла 3 пачки. Устала, бежала, как совраска. А то у нас гречки дома нет, это самая дешевая гречка была. Потом взяла вот такую вот мыльницу заменить, вот здесь вот у меня на умывальнике мыльницу, вот такая вот, за 47 рублей.
И взяла попробовать. Дети меня давно просили вот такие вот хлебцы попробовать разные. Но вот пока карамельные только взяла. Сейчас разделю. Тут я не знаю, сколько штучек всего их в упаковке. Но детям по одной штучке попробовать как раз хватит. А в следующий раз потом уже другие купим. Вот такие вот все в целом у меня покупки. Что, Машенька, тебя заплести? А ладно, собираем Машу в школу. Дорогие друзья, у нас время день. И я поехала опять в город. Мне надо сходить в пенсионы. И мне надо справку о составе семьи взять, унести на детское пособие. Да, Тейсон? Тейсон хороший мальчик. Тайсон хороший мальчик. Ух, вредина. Ладно, идем. Я опять приехала с города. Ура, ребята, я документы сделала. В понедельник справку детям на питание уже возьму. Прям очень сильно рада. Так, сейчас покажу, что купила. Так, ну давайте с продуктов начнем. Батон обычный и один батон нарезной. Дети любят его. Потом взяли вот такие вот по акции сосиски деревенские. Вот такие вот. Что-то они по 89, что ли, были. Дальше. Потом зашла... Катюша, сними резиночку, пожалуйста. В цветочный взяла вот такие вот семена. Перец сладкий. Он тут скороспелый, перец царевич и перец сладкий игрок. И томаты уральские, урал транскороспел, короче, и черри томаты. Все, вот такие вот все у меня семена. Дальше. Что я, ребята, купила себе? Катюша, сними, пожалуйста, будь другом. Как думаете, что здесь? Конечно же, мясорубка. Я себе за 1000 рублей купила вот такую вот мясорубку. Катюша, убирай. Вот такая вот будет у меня теперь мясорубка. Ура, теперь можно будет все крутить. Дальше. Катя, открой пока фабрик, это я заказ сделала. И зашла я в магазин, взяла вот такие топ-базу и праймер. Во, Света попросила, хочет она опять возобновить ее дальше делать. Но не на себе пока, на других. Ну, вот ей взяла такие вот 3 штуки. И сейчас покажу, что я забрала. Сделали мы заказ в Фаберлик вот ради вот этих вот духов. Где вторые такие духи? Я такие заказывала Свете. Очень понравилось остальным девочкам. Но вот в этот раз заказала Кате и Машу. Держите ваши духи. Дальше, что здесь? Зубная паста. Катя, открой, пожалуйста, посмотреть, какая она. Света со мной спорила, что она будет черная, якобы. Открывай, открывай ее. Она черная? Она не должна быть черная. Значит, черная. Черная, ну, точно. Черная зубная. А я не помню уже, какую мы брали. Но она говорила, что ей понравилось. Вот это вот открой мне. Также я заказала сухой шампунь себе на пробу. Нормально, ненормально будет. Но вот испытаем, скажу потом. И, по-моему, все здесь. Весь заказ мой, да. А здесь я заказала... Ой, какая она темная. Она вообще, ребята, темная. Я не хотела такую темную, я хотела посветлее. Ну ладно, что теперь? У меня просто вообще помады нет, и я никак не могу сесть. А тут еще и каталог. В общей сложности заказ вышел на 1132 с моей скидкой. А без скидки было 1386. У меня просто там скидка была 274 рубля. Поэтому вот у меня скидка вот так вот. Ладно, вот такой вот у меня был заказ. И вот такие вот покупки. Приношу извинения за свой вид, но вот после шапки, видите, вся вспотевшая. У нас на улице такая теплынь сейчас идет. Просто ужас. Катя уже духи свои открывает, Катя уже довольная. Открой сейчас, дашь мне, я покажу их. Все, ребят, документы сдала, слава тебе, Господи, да, я покажу. Вот такие вот они. Аромат Катька прямо открыла, говорит, вкусно. Все, теперь можно спокойно заниматься ремонтом. Ну вот в понедельник еще съезжу, справочку возьму, отнесу в школу. Чтобы питание у них было бесплатно. Заплатила сегодня за питание уже. Чё ты не можешь? Она не снимается. Надо пропускать там же воздух, не забывай. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот у меня был сегодня тамошарый день. Вчера вообще ничего не снимала, потому что вчера я 2:30 приехала я в МФЦ. И вышла я оттуда без 25.
На 5-часовой на автобус я успела. И вот просидела, считайте, столько времени в НФЦ, заполняя документы. То все, мне надо было вчера со Светой, по идее, на прием, но я забыла про этот прием с этими документами. И в оконцовке сегодня у меня Света сходили, мы с ней съездили. Я ее там оставила в очереди, просто взяла ЭКГ, все, ей выписали справочку, готова. Она на ГТО, справочку уже у нее готова, все хорошо. На это прибери, Маша, сразу на полку, это Машины ветухи. Чтоб никто не тронул. Так что вот такие вот дела. Хочу посадить перцы и помидоры уже. Дома на рассаду посадить. У меня земля есть. Буду это... Сейчас отдохну немножко. Надо поесть что-то. Вот у меня голова аж кружится. Я сегодня еще ничего не ела. И целый день с этим документом пробегала. Ну все, слава богу, все сдала. Все довольная. Мясорубку купила. Ну что, 1000 рублей. Такая вот мясорубка. Надеюсь, прослужит долго. Теперь... Сегодня достану мясо, на ночь достану мясо, чтобы оно разморозилось, а завтра буду крутить. В первую очередь сделаю мясо, перекручу. Ну вот потом деньги получу, хочу побольше мяса купить, чтобы уже много накрутить. Ну вот пока вот то, что есть, перекручу. Хотя там муж половину уже потратил, кушать готовил. Тут рожки с салом, он любит рожки с салом. Крупно сало нарежет, обжарит. Я так не люблю такое. У нас дети никто такое не любит, а он один потом это ест. В оконцовке получается. Напишите, кто так любит, я не люблю. Ладно, дорогие друзья, всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Ну и всем на этом, наверное, видео свое завершу. И начну снимать потом уже новый влог. Что у меня в коридоре? В коридоре пока ничего. Дальше продолжаю, замазываю дыры, чтобы оно обсыхало, все обсохнет. Потом будем продолжать. Что у меня с маленькой комнатой? Тоже пока ничего, шифонер освобождаю. Муж потом будет разбирать. Потихоньку. Сейчас, видите, с этим документом времени не было. Но потихоньку мы постараемся сделать. Так что вот так вот. А, да, сегодня заходила в магазин, смотрела штору. Мне тюль там понравилась. Она не такая сильно длинная и не моралась бы так часто. И вот хочу потом... Ой, встала на свет. Хочу потом, деньги получу, купить сюда шторку на кухню покороче, чтобы она не была такой длинной, потому что она низ, постоянно дети морают. Так, ладно, все. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Пошла я отдохну. Всем говорю на этом видео. Пока-пока. Буду снимать уже новое. Всем крепкого здоровья.